на дистанции такой, как будто желали его поединка сошлись, и ваш оппонент либо правой, либо левой рукой вам, в общем-то, легко достает до головы. Правой даже. То есть все. Ваша задача. Он со спокойностью в любой руке работает. Ну реально такой уровень будет примерно сюда. Ботинки склоняйся. В данный момент работает. То есть, туда. Должно быть сыграть, надо двигаться. То есть оппонент работает, кунг, вот так примерно будет сработать. Открывайся туда, сюда. Ну сейчас мы будем желать. Вы только на ногу висите, на ногу. В пах, конечно. В пах или в бедро. Внутри пальца бедра. В обувь, вы просто ее колено вообще говоря. Понял. Сюда. Все. Ну, если он будет делать нормально, вы тоже не делаете. Если он делает нормально, перед субдорожкой хорош нога, прям на лоб с обратной стороны. Ну, сами понимаете, что в обуви совсем по-другому. Ну, даже кончиком пальца. Все, тоже надо пройти сразу же. Ясно, да? Сейчас